Всем привет! Хочу поделиться с вами рецептом творожного тарта с ягодами и крем с сыром. Для песочной основы нам понадобится размягченное сливочное масло 40 грамм, добавляем муку 140 грамм, а также 50 грамм сахара. Все хорошо перетираем в мелкую крошку. Добавляем одно яйцо и вымешиваем тесто до однородности. Застилаем пергаментом разъемную форму 20 в диаметре и начинаем вылепливать основу. Первое делаем тонкие борта высотой в 2 сантиметра по кругу. Далее оставшееся тесто также выкладываем на дно тонким слоем. Готовую основу выравниваем и ставим в холодильник, чтобы тесто немножко застыло. За это время мы подготовим начинку. Жирный творог 200 грамм, сахар 75 грамм и одно яйцо. Все хорошо перебиваем погружным блендером. Далее добавляем 10 грамм кукурузного крахмала и хорошо все перемешиваем. Также добавляем 100 грамм ягод, у меня это голубика. Начинку равномерно выкладываем в готовую основу и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут до готовности. После выпечки оставляем его до полного остывания. Я срезала верхний слой, вы можете этого не делать и сразу смазывать домашним крем-сыром тонким слоем. Рецепт крем-сыра вы можете найти у меня на канале. Украшаем инжиром, голубикой и подаем к столу. Я уверена, что ваши родные и друзья оценят этот безумно вкусный тарт. Не забудьте подписаться, оценить видео. С вами была Кейт Кухня. Пока-пока.